Айвазовского 5, адрес нового и единственного в своем роде общежития для иранских студентов. Идея создать благоприятную среду для жизни иностранных студентов появилась менее полугода назад, и уже сейчас многокомнатный дом готов к заселению. По словам Махди Фаршиани, генерального директора фирмы «Русданеж», создание общежития было необходимостью, ведь количество приезжих студентов из Ирана возрастает с каждым днем. Учитывая ситуацию, что в последнее время там возникла проблема с местом общежития, в общежитии КФУ, потому что там ограничения, и многие желающие приехали. В этом году резко увеличилось количество студентов, которые поступили в КФУ. И уже не хватает места в общежитии. Тимирхан Булатович, он предлагал, чтобы открыть общежитие для студентов. Вот мы взяли идею и работали. И в итоге сегодня уже завершился ремонт. Все документы уже почти готовы. И в этой неделе уже начинаем, дай бог, чтобы заселить студентов. 8800 рублей в месяц. Такой ценник установлен на проживание для иранских студентов. Коммунальные услуги также входят в стоимость. Общежитие представляет из себя трехэтажное здание со всеми удобствами. Каждая комната будет оснащена санузлом и спальными местами, а на каждом этаже планируется кухня. Важно отметить, что на первом этаже будут жить исключительно молодые люди, а на оставшихся двух – девушки. Мы так сделали, потому что, вот, учитывая наш менталитет, наша культура, чтобы особенно многие родители просят, чтобы их девушки, да, их дочери жили совмещенные с парнями. Поэтому мы решили так сделать, чтобы отдельный этаж, первый этаж парни, у них запрещен подниматься на втором и третьем этаже, чтобы родители были спокойны. Уже в первых числах декабря студенты из Ирана, которые учатся в Казанском федеральном университете, смогут заехать в новое общежитие. На сегодняшний день оно рассчитано на 40-45 человек. Чтобы узнать подробную информацию о заселении, необходимо позвонить по номеру 8-966-158-50-78 или прийти лично по адресу Айвазовского, 5. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.